вечера. Ну что ж, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем новую передачу из цикла «Подмосковные вечера». И сегодня гостем нашего такого дачного приусадебного подмосковного участочка является заслуженный актер, заслуженный артист Российской Федерации, актер двух театров, театра «Сатиры» и театра студии «Человек». Ну, так можно сказать. Валерий Гаркалин. Да. Я просто однажды читал интервью, правильно, в котором так было. Да, так оно и есть. Вот. Я знаю одну вещь, которую на самом деле она периодически проскакивает в интервью, но почему-то все постоянно забывают об этом. Образование у вас кукольник. Ну, одно из образований. Не их два. Актерский кукольный факультет я заканчиваю, Гнесинское училище. Угу. И режиссуру эстрады ГИТИСа. То есть актер с, скажем так, с режиссерским видением того, что мы делаем. Или наоборот. Или режиссер с актерским видением. Да. Понятно. А что дает вообще кукольная культура непосредственно драматическому актеру? Ну, как вам сказать, дело в том, что тут я бы не делил бы, вот, сказать, ну, эти жанры, хотя способы разные, конечно, но, на мой взгляд, законы творчества единые, они везде одинаковые. Но в силу того, что в нашей стране нет вот, сказать, такого вот института, где бы вот формировались кукольные актеры, в основном, значит, вот, там, ну, к примеру, взять театр Сергея Владимировича Образцова, когда я там работал, в основном эта труппа состояла из артистов драматических театров, когда-то работавших в этих театрах, в ТЮЗах, в детских театрах. Но карьера которых не сложилась там, они переходили уже в кукольные театры. То есть, сказать, таких вот настоящих кукольников, которых воспитывали бы в институтах, нет, к сожалению, за исключением, может быть, одного города Ленинграда, где есть кафедра кукольная, где готовят и режиссеров, и актеров, и художников этого очень, ну, древнего вида сценического искусства. А вы не смотрели сейчас «На маске говорят по туда» замечательный кукольный спектакль по Платонову? Ну, я могу поверить. К сожалению, так сказать, с тех пор, как я занялся карьерой драматического артиста, так сказать, немножко ушло все это на в сторону все мои, так сказать, пристрастия к кукольному искусству. Но я верю, что в конце концов, если, ну, не при моей жизни, так, ну, после нас, обязательно мы соединимся когда-то в одной точке. Знаете, сейчас на самом деле где-то я читал, как раз в какой-то статье говорили по поводу вот этой «Золотой маски» и по поводу кукольных спектаклей. Вот говорилось про то, что кукольные актеры начинают играть именно как драматические вместе с куклами. То есть они как бы с ними партнеры. Да, да. Вот, и вот эта вот тенденция, она очень явно наметилась. Как... Ну, как наметилась? Вся моя биография, так сказать, началась именно... Моя биография началась именно с этой тенденции, потому что мы воспитывались как, ну, классические кукольники при театре Образцова за ширмой. Но я 8 лет проработал в ансамбле театральном, ансамбле таком гастрольном «Люди и куклы», где это принцип... Ухайта. Да, Ухаита. Хаит. Нет, это Хаит. Есть Хаит, был Хаит. Хаит, да. Хаит, Хаит. Художественный руководитель курса нашего и в последующем, так сказать, руководитель, художественный руководитель и нашего театрального конца ансамбля «На колесах». Так вот там этот принцип был просто в сути этого творческого коллектива. Мы, нас не было ширмы, мы, так сказать, соседствовали с куклами, вступали с ними в взаимоотношения. На этом строился вообще весь принцип художественный этого театрального коллектива. Угу. Я что-то так сейчас сижу, думаю, мы на самом деле как начали так, с профессии. На самом деле у нас Подмосковье. Да-да. Дача. Кофе. Кофе. С самоваром. Вот. Если, если вот к Подмосковью, к нашему вернуться, у вас есть какие-нибудь любимые места в Подмосковье? И что, или что-нибудь связывает с Подмосковьем такое? Да что вы, конечно. Ну, сейчас я живу в центре Москвы, на 4-й Тверской Москве. Недалеко от Сатиры, площадь Маяковская, Триумфальная, ныне площадь. А вообще, так сказать, 2 года в своей жизни я жил в Подмосковье, в городе Щелково. То есть совсем вот. Да, я там заканчивал школу, оттуда я шел из армии. А мои родители, сейчас мамы уже не живых, к сожалению, отец и сестра до сих пор живут в Подмосковье, но уже в другом городе, в городе Долгопрудном. Так что Подмосковье всегда рядом со мной и пресекается в моей биографии. Поразительно, потому что я на самом деле...
Вы знаете, я тоже родился и в прошлом назывался Калининград, сейчас Королёв. Mm-hmm. Вот. На сегодняшний день переехал в Москву. Вот, но, под липки Болышева, да? Под липки Болышева, да. Но все равно под липки Болышева как-то все время тянет обратно и подключаешься к каким-то работам здесь и так далее. То есть какой-то вот, не знаю, вот как-то вот в Москве не так теплее, что ли, не так тепло почему-то тянет сюда. У вас нет такого? Есть, но многие сейчас из моих друзей, которые в прошлом жители Москвы, и все, они строят себе дома в Подмосковье, ну, если есть такие финансовые возможности, или же снимают дачи, дома целые, и живут там, в Подмосковье. Сейчас в силу того, что общественные отношения поменялись, и, так сказать, Москва не только столица огромной страны, но она еще это такой крупный мегаполис, где все деньги, все. Это безумный город. Ну, где больше возможностей. Да, там просто можно действительно, так сказать, ну, функционировать, что-то делать, так сказать, заниматься какой-то деятельностью. А жить, конечно, хотелось бы где-нибудь вдали от этих шумных городов. Пить кофе. Вот-вот-вот, на даче. Вот. Королёве. Замечательно. А вот такой вопрос. Да. Как драматический актер, насколько я понимаю, владею информацией, вы проявились в театре-студии «Человек». Да, вы владеете правильной информацией. Да. Да? Вот. Я не видел спектаклей ваших там, к сожалению, хотя вот было 10 годовщина 25-летия студии. Я, к сожалению, в этот момент готовил свой спектакль. Вот, не мог попасть ни на один спектакль. Но я видел «Клопомор» у нее, одна из последних. У нее это надо назвать «Рашкован» или «Людмила Романовна». Да, студии, да. «Рашкован» и «Людмила Романовна». Да, вот у нее я посмотрел «Клопомор», и мне очень понравилось, при том, что мне не понравилась драматургия, но понравилось, что она делает с этим совсем. Вот, наверное, было с ее стороны очень большой смелостью взять актера из кукольного театра и начать что-то делать, нет? Я вам должен сказать, что Людмила Романовна вообще человек смелый, мужественный, хотя она и женщина, но в художественном смысле слова, это необыкновенный режиссер, так сказать, вот в моей биографии, в моей жизни. Это она и до сих пор огромное влияние оказывает на меня, и на мой, вот я знаю, что очень многие мои друзья там прошли через нее, через ее студию, через вот это вот, так сказать, студийное движение, которое очень сильно было развито в 70-х годах, 80-х годах. Вот, но она... Но ее студия резко отличается от всех вот этих подвальных, фабричных вот этих вот помещений, где получали свои развития вот эти маленькие образования. А чем? Ну, ведь первично в театре всегда, на мой взгляд, ну, я думаю, что вы разделите это, мое мнение, это литература, так сказать, драматургия, что ставят. Вот, у Людмилы Романовны всегда был здесь жесткий и очень верный отбор. Что же ставить? Какого драматурга? Она... так сказать, ее художественная концепция, она ставит необычных авторов, так сказать, не авторов реалистического театра, а театра, вот они получили название такой «Пьес новой волны», и вот «Мрожек», я играю в пьесах, играл в пьесах, сейчас в одной пьесе «Мрожек», «Стриптиз», это ну, можно сказать, основоположник польского абсурдизма, вот. Это что резко отличает от всех других, так сказать, театров, студий, эту студию, театра-студию «Человек». Поэтому в этом смысле она так первопроходец, или как сказать, ну, человек, который не боится знакомить своих зрителей, ну, с пьесами, которые давно уже заслужили славу современных, так сказать, современных пьес человечества, так скажем, мирового значения. Понимаете, то есть, ну, как сказать, все, что происходит в студии «Человек», это всегда что-то новое, необычное и ни на что не похожее. А ведь это и есть, так сказать, ну, движение театра. Не быть похожим на кого-то, а быть, иметь свое лицо. Художественное, я имею в виду. Ну, и опять же... обмолвусь по поводу кукольной вашей профессии. Дело в том, что, видимо, это прошлое. Да, прошлой профессии. Потому что дело в том, что, на мой взгляд, эта профессия вам на определенном этапе дала возможность какого-то совершенно другого существования на сцене. То есть, ну, почти на грани фола, почти на грани наигрыша, почти вот на... Я такую форму видел
наверное, только у одного актера. Роман Козак ставил в Риге «Пляска смерти». Ну, замечательный спектакль. Вот. И вот там вот актер, который, я не помню фамилию, к сожалению, он играл вот этого отставного. Да, да, да. Вот он, я тоже не помню. Тоже существует прям почти на грани фола, но он существует постоянно, всегда на протяжении всего спектакля. И в результате воспринимаешь это как правило игры уже. То есть, вот, скажем так, предполагаю, что если бы сбросить все регалии, сбросить все, весь опыт уже накопленный и сразу поставить так вот в рамки студента театрального вуза, то такой способ существования мог бы там вызвать недоумение. Да, недоумение и неприятие. Легко сказать, да. Потому что... Легко сказать. Я понял вопрос. Ну что ж, тут, понимаете, какая ситуация? Тут я никогда не задавался целью, так сказать, ну, анализировать, что из чего вытекает, что является причиной, что следствие в творчестве любого артиста. Ну, а уж тем более, представьте себе, я однажды вечером сижу и анализирую свои творческие программы. Это такого нельзя себе представить. Но если задуматься так немножко всерьез, то, конечно, в этом есть причина какая-то. То, что потом послужило... как вы выражаетесь, ну, необычному способу существования. Ну, можно сказать, гротеск, но я бы не определил. Почему? Гротеск. Я не боюсь назвать. Просто гротеск. Почему? Гротеск – это замечательный способ существования. Начало этому положил Чаплин в начале века. И мне кажется, гротеск – это знак 20-го столетия. К этому стремится любое художественное направление и в искусстве, и в живописи, и в сценическом, и в кино. И в кино. Я считаю, что это один из самых трудных и сложных и очень интересных способов существования на сцене. Поэтому я так бы сказал, что кукольное прошлое, мое кукольное прошлое, конечно же, отложило свой отпечаток. Там, где в кукле всегда существует некая крайность, завершенность, все в край. Понимаете, там вот маска, застывшая кукла, это крайнее выражение какого-то одного характера, типа характера. Если злодей, так он злодей, понимаете? Если он добрый, так он добрый. Это уже запечатлено художником раз и навсегда. Уже есть, уже. Да, и вот в эту острую краску, эмоцию должен вложить актер вот, значит, свое существование, понимаете? То есть там такой закон. Вот. А когда я перешел на сценическую, ну, площадку театра драматического, то литература помогла мне здесь в этом смысле. Я вот в том рожике нужно так существовать, экстремально, ну, как вы говорите, на грани фола. А что такое экстремально? В пограничной зоне. Там тоже нужно стремиться к какому-то крайнему проявлению эмоций. Непосредственно полутонам. Хотя этот способ тоже сложный и тоже очень интересный, но стремиться туда, в край, и там уже понять, до какого же предела ты можешь дойти? Интересно. По-моему, по-моему, Ольга Волкова, Ольга Владимировна, после нашей передачи, сказала такую реплику, говорит, научиться органично существовать, вернее, органично существовать мы уже научились. Угу. Теперь нужно еще что-то. Да, хорошо сказала. Органично существовать мы уже научились, теперь нужно еще что-то. Вот. А ну, после «Человек» театр сатиры. Театр сатиры. Ну, вот тут тоже, видите, вот так получилось в моей судьбе. Это тоже закономерность какая-то. Это же не московский художественный театр, там, ну, театр Пушкина, драматический театр. Ну, тем не менее, тоже театр какой-то своей большой традиции. Да, конечно. Это театр специфический очень. И был, и есть, и сейчас, когда произошли такие перемены, изменилось художественное руководство и так далее. Театр тоже имеет, так сказать, свою специфическую направленность художества. Там вообще очень сложно. Я смотрел трехгрошовую оперу, и я представил просто, насколько безумно сложно оправдать эту сцену. Потому что да. Сцена, ну, почти эстрадная, почти цирк. Какой-то стадион, цирк. Да, и там коней водили. Вот что-то такое. Безумие какое-то. И там выстраивать драматические спектакли, пусть даже с элементами эстрады там, и так далее, mm-hmm. В общем, довольно сложно. И энергия все равно не театральная. Вот, как бы, она какая-то вот другая энергия висит. Вот, не в таком нетрадиционном театральном. Абсолютно случае. Неправильно. Потому что там тысячный зал, и там другой способ. И там нужно, чтобы услышан был и увиден и со всех точек зрительного зала. Он имеет форму полукруга такого, так сказать, незаконченный круг. Полукруг. Поэтому желательно, если ты выстраивается мизансцена или посылается звук, то он посылается чуть дальше, чем в драматическом театре, чуть выше. Вот. И это требует определенное какое-то усилие и определенную подготовку. Прямо очень многие артисты, которые
приходили играть в какой-нибудь спектакль, они сталкивались с этой проблемой. А вот если вернуться к переменам, я знаю, что Плучик пригласил вас туда, да, в театр. Ну, благодаря ему. Если быть туда... честным, то здесь несколько иначе ситуация была. Так я могу теперь высказаться, раз уж мы сидим в такой доверительной атмосфере. К сожалению, ныне, сказать, ушедший из жизни актер этого театра, мой друг Миша Зоненштраль, рано, внезапно ушедший. Вот. Мы с ним подружились еще, когда я работал в театре Образцова, а его жена Маша Михайлова, она была актрисой этого театра. И вот мы хотели сделать какую-то самостоятельную работу вместе, так сблизились, вот. И сделали эту работу тоже, кстати, это был тот же самый Мрожек. Назывался это спектакль «Контракт». И мы с ним вдвоем, без режиссера, договорившись о художественных задачах, вот, сделали этот спектакль, показали его художественному совету театра «Сатира», потому что Миша Зоненштраль был артистом этого театра. Спектакль поразил, понравился художественному совету, и, в частности, Валентин Николаевич Плучко. Он сказал, что он такому предложил мне перейти в эту труппу. Поэтому вот такая была последовательность. То есть я вошел в труппу уже со спектаклем, уже со сложившимся, это была актерская работа. Ну, я был приглашен уже со спектаклем, не как артист, а просто со спектаклем. Потом потихонечку я стал входить в репертуарную политику театра. Ну, вообще любая смена руководства, тем более руководство в театре, она влечет за собой какие-то перемены, потому что, ну, все равно театром руководит некий один человек, который формирует художественную политику, да? Все равно как бы... От этого одного человека зависит, если не совсем все будущее театра, но будущее на определенном этапе. Вот. Ваше отношение к тому, что вот произошло вот с этой сменой там, и так далее, вот если это возможно и тактично ответить. Только так и ответить можно. Потому что было много полемики в газетах и так далее. Ну, как всегда, у нас ведь раздувается такая страшная скандальная ситуация, хотя в сущности ничего скандального там не происходило. Валентин Николаевич Плучик очень много лет руководил этим театром. Вот. Ну, мы все стареем, это же естественно и закономерно. Просто в нашей стране почему-то это доходило все до каких-то сумасшедших. Да и доходит. Ну, и, кстати, пока человека не выносили вперед ногами из театра. Вот. Валентин Николаевич, это один из самых серьезных периодов театра сатиры, глубоких и неоднозначных. В любом случае, если вы помните, театром когда-то руководил Поль Хенкин, и такие эстрадные, великолепные артисты той эпохи, начала. Я не могу помнить, я могу 20-х. Просто слышать. Просто все слышал, это известно, да. А Валентин Николаевич пришел руководить театром, когда... Театр был в таком состоянии, в скетчевом, таком легком. Это был такой эстрадного толка театр. И Валентин Николаевич, принес туда Островского, Чехова, Толстого. Ну, игрались замечательные, и наряду с такими легкими, веселыми спектаклями ставились еще и серьезные классические произведения. И он поднял театр до уровня московского столичного драматического театра. Академического театра, сатиры. Я считаю, что это огромная и неоценимая заслуга, и трудно ее переоценить. Но и повторяю, это все-таки мы стареем, мы уходим, наша энергия уходит, все это понятно. И Валентин Николаевич сам согласился на то, чтобы театром возглавлял опытный, молодой и полностью сильный человек. Вот так произошла история. Когда в театре существует такая личность, неповторимая совершенно личность, которая воспитывалась, сформировалась в недрах этого коллектива, каким является Александр Ширвинд, то это вполне закономерно и естественно произошло. Никакого, двоевластия, или, борьба за власть, захватывание власти, ничего этого не было. Валентин Николаевич по-прежнему является художественным руководителем художественного совета, почетный его, член этого совета, а, непосредственно техническое руководство художественное осуществляет сейчас Александр Ширвинд. Поэтому мое отношение к этому самое радостное, самое хорошее, потому что произошла естественная вещь. Понятно. А вы все сказали, молодой человек. Я просто представляю Александра Ширвинда. Но я тоже уже не знаю. Нет, знаете, на самом деле, я однажды, где-то года 3 назад, по центральной прессе прошли целая серия статей
И, по-моему, Борис Любимов писал тоже по поводу... Он поздравлял всех руководителей театров с их юбилеями, с очень большими юбилеями. Они как-то в один год так у всех были юбилеем. Mm-hmm. И он сказал одну очень вещь такую. Говорит, ну вот поразительно, что все какие-либо взлеты внутритеатрального российского процесса происходили в тот момент, когда театром руководили действительно молодые, 30-35-летние. Поздравляют всех 60-летних. Да, поэтому я как-то так... Ну, вы знаете, эта традиция, так сказать, ну, может быть, наша, вот 1/6 часть. Тут действительно я однажды стал свидетелем вот того, о чем вы говорите. Я когда работал в театре Образцова, вот, ну, там... Ну, там несколько человек было молодых, остальные были люди пожилого возраста. Ну, так сформировалась труппа тогда еще довоенная, там, периода, и они еще сохраняли свою возможность работать в театре Образцова. Но я однажды был на даче у Сергея Владимировича Образцова, он любил праздновать свой день рождения в конце сезона театрального. И вся труппа по традиции приезжала к нему на дачу и праздновал этот день рождения, mm-hmm. заодно и закрытие сезона, mm-hmm. театрального сезона этого театра. У меня также то же самое. Да-да-да, вот такая традиция замечательная. Я помню, что так совпало, что в этот день, когда праздновались эти даты, приехали американские импресарио, которые подготавливали гастроли этого театра в Америке. Очень большие гастроли по стране, там, двухмесячные или трехмесячные. Значит, с одной стороны, сидел Сергей Владимирович Образцов, которому был тогда уже 85 лет, директор театра, 75-летний Миклешанский, директор театра. А с американской стороны сидел девочка лет 22, в маечке такой, в джинсиках, и юноша лет 25. Вот эти два, значит, две стороны договаривались о предстоящей гастроли. Это фантастика. А мы рядом, после такого же возраста, сидели, пили чай и наблюдали за этой душераздирающей картиной. Почти феллиниевская картинка. К сожалению, эта традиция имеет место быть. Ну, давайте теперь уже к современности. Сейчас очень много работаете в антрепризе, помимо работы в этих двух коллективах. В пьесах Гладилина, в Гришковца и так далее. Вот что вы могли бы сказать о том, что вот... Ну, о своем отношении к современной драматургии, к своей вот работе в антрепризе непосредственно. Тут... Я поэтому в них и участвую, в этом выражается мое отношение, так сказать. Потому что антреприза чем хороша? Тем, ну, по сути вещей, тем, что там нет вот, насильного, так сказать, там, какого-то проявления чьей-то воли, не, так сказать, как, вот, зависящего от чего-то, от каких-то обстоятельств, как это бывает в театрах. Вот вывешивается приказ, угу. там ставится спектакль вот по такой-то пьесе. Ты читаешь свою фамилию напротив роли, которую тебе совершенно не хотелось бы играть вот сегодня, на данном этапе. А рядом еще и партнер, с которым тебе совсем не хотелось там играть. Ну и так далее, и так далее. Еще и режиссер. Вот. Там в антрепризе этого не существует. В антрепризе существует самое замечательное – свобода выбора. Ты можешь выбрать. То есть ты свободен, ты свободен в выборе. И поэтому, выбирая пьесу, можно ведь выбирать и пьесу, и режиссера, и партнеров. И ты выбираем тоже. Тебя тоже выбирают. Поэтому, выбирая Гришковца, выбирая Петю Гладилина, ну, не говоря о том, что он просто мой друг. Мне, кстати, мне не очень нравится, скажем так, все его пьесы, но одна пьеса очень интересует, это «Другой человек», по-моему, была. Да, она какая-то ставилась. Совершенно необычная, но почему-то ее не часто ставят, хотя в ней как раз есть над чем подумать, очень много есть над чем подумать, и она как бы такая не вскрытая, она как бы не то чтобы по поверхности. Я понимаю, я видел этот спектакль, он шел у Рахильгауза в школе современной пьесы. Я даже видел дуэт в этой пьесе Наташи Гундаревой и Сергея Шакурова. Они вдвоем играли эту ту же историю. Почему? Она ставилась, имела сценический и успех тоже. Но что касается Гладилина,
ну, конкретно драматурга, я считаю, что современный, это один из самых лучших московских драматургов, вот, на мой взгляд. Особенно вот, если брать вот, ту пьесу, в которую мы играем сегодня, вот, в вашем городе, там, вчера в другом городе подмосковном. Эта пьеса непростая. Она имеет, так сказать, сложную такую конструктивистскую основу. Там вообще речь идет о фрейдистских каких-то мотивах. Но решена Романом Козаком в очень такой широкой, откровенной, народной манере. Ну, так сказать, в стиле, так сказать, такое решение. Поэтому зритель смеется, но там есть над чем позадуматься. Народный в смысле анекдотической? Ну, такой же, демократичный. Угу. Так, ну, если мы о подсознательном говорили так же подсознательно, то, мне кажется, через 3 минуты мы потеряли зрителя бы. А если мы об этом, о сложном, о подсознательном говорим весело, смешно и задорно, то зритель долго будет еще сидеть в зале. И покинет его уже в конце спектакля. Могу отрекламировать. Дело в том, что у меня тоже есть один приятель, драматург Родион Белецкий. Mm-hmm. У него была пьеса напечатана в «Современной драматургии» «Роман Романа». Я читал. Вот. Такая фантастическая сказка для взрослых. Вот, мне кажется, что у него тоже и будет какое-то светлое драматургическое будущее. Вот вы знаете, что вот мы, речь идет о ботинках на толстой подошве, да? Да. Вы просто не назвали пьесу. Но да, вот взять, если в пример вот эту пьесу, ведь там действительно очень многие серьезные вещи, взаимоотношения мужчины и женщины, так сказать, проблемы семьи, как удержать то, что уходит всегда со временем, так сказать, и проходит, в конце концов, и так далее. Тут сложные вопросы, которые ставит драматург, он ставит их в очень острые, анекдотичные и, так сказать, ну, доступной манере. И когда вот о серьезном, несерьезно, вот это принцип современной драматургии. Мне кажется, что вот Петя ухватил вот эту особенность, и он всегда будет доступен зрителям. Ведь мало написать пьесу, ведь важно ее поставить. Правда? Чтобы она дошла до зрителя. Ну да, важно ее поставить. А для того, чтобы поставить, нужны деньги для того, чтобы поставить. Ну, а это об этом мы умолчим. Это набор каких-то. Это уже профессиональная трудность. Давайте так вот, на финал. Вот мы сидим, двое мужчин. В этой пьесе вы работаете с женщиной. Я знаю, что вы к ней испытываете очень уважительные профессиональные чувства. Я просто слышал, читал реплики, да, ваши. Наверное, отношения. Фотографии. Вот. Давайте вот на финал как бы какие-нибудь пару добрых слов в отношении этого партнера Татьяны Васильевой. Дело в том, что я об этом очень много говорил, я знаю, и Таня говорила об этом. Мы, это у нас наша уже, ну, по счету вторая была, а в принципе это, знаешь, четвертая работа с Таней Васильевой, то есть уже сейчас намечается четвертая, но 3 спектакля в течение 5 лет мы создали в этом, так сказать, тандеме. Но там не надо забыть еще о том, что в этом спектакле работает мой друг Саша Феклистов, артист, воспитанник художественной школы. Ну, как-нибудь да. Пригласим. Тем более, да, что да. Меня с ним тоже связывает один опыт, о котором мне будет очень интересно ему рассказать. Он еще не подозревает об этом? Да. Вот, ну, а Таня Васильевна, я хочу сказать, что я вообще, ну, как сказать, существуют какие-то законы, значит, в которых мы мало что понимаем. Вот эти бывают встречи людей. Я мог бы сказать, что это замечательный партнер, да? Я мог бы сказать, что она замечательная женщина, прекрасный человек. Вот все это бессмысленно перечислять, потому что все это не входит в понятие Татьяны Васильевой. Есть нечто большее, чем просто актриса Таня Васильева. И поэтому, когда с ней работаешь, особенно в момент работы, то вот я всякий раз благодарю судьбу, что это случилось в моей жизни, что мы встретились. Вот, это не просто дуэт, там удачный, неудачный, неважно, театральный. Это больше, чем просто дуэт. Это встреча двух таких, так сказать, состояний, я бы сказал. Потому что вот у Вознесенского есть замечательные стихи по этому поводу. «Не с кем на 2 голоса спеть». Там вот есть вот такая метафора, прекрасная метафора. Ну, действительно, мы живем, мы имеем жен, любимых, там, меняем одних на другие и так далее, и так далее. Но это, ну, бывают минуты, когда ты понимаешь, что в этом мире, ну, действительно, ты поешь, такое одноголосие звучит, глаз вопиющего в пустыне. А в моей судьбе я так уже не могу сказать. Я знаю, что я пою на 2 голоса. Я знаю, что это
сказать, такое двуголосие, небеса очень любят. Здорово. Ну, ладно, большое спасибо за то, что вы все-таки посетили нас. Mm-hmm. Мне было очень интересно, приятно и весело. Сегодня гостем нашей программы, напоминаю, был заслуженный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин, который, кроме того, еще очень забавно смеется. Всего хорошего.